Садовая, 120. Претензии санитарной комиссии относятся не к жильцам, а к предприятию, которое в недавнем времени здесь укладывало трубы. На словах территория убрана. На деле же участок земли не приведен в первоначальный порядок. А это опять же нарушение. Следующий адрес. Западный район, улица Курчатова. Проверка деятельности управляющей компании по благоустройству территорий. Прежде всего, специалисты ЖКК АЭС обращают внимание на детские площадки. Или точнее сказать, на отсутствие таковых. Хотя по отчетам управляющей компании все отремонтировано и покрашено. Согласно графику проведения работ на своих придомовых территориях, до 1 июня каждая управляющая компания должна привести в надлежащий вид детские игровые площадки. Сегодня у нас рейд очередной, плановый, по проверке выполнения данного вида работ. Старые, непригодные к эксплуатации качели никто и не думал красить и восстанавливать. А заросли травы даже не дают пройти на площадку. И в завершении во дворе улицы Курчатова вечная свалка. Управляющая компания вовремя мусор не вывозит, а жильцы по привычке продолжают сваливать сюда крупногабаритный хлам. Татьяна Елисеева, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.